Всем привет, мы продолжаем играть в мафию, это серия номер 16, да, будет. У нас было задание собрать деньги, вот у меня сейчас 27 265 баксов, вот я сдаю последнюю машину. И мы насобирали на 27,5. Да, насобирали? Да, мы насобирали. По квесту мы должны ехать к Джо. Сейчас мы к нему поедем, но я хотел еще сказать то, что вот этот момент, когда мы должны собирать деньги, это хороший момент, чтобы сделать ачивку ограбить 5 магазинов за 5 минут. Но есть там, скажем так, маленькие типа советы, что если вы будете грабить, то грабьте лучше заправки и магазины одежды, потому что если вы будете грабить закусочные, то там в закусочных вот этот продавец, кассир, владелец, у него, как правило, есть дробовик. Как только вы на него нацелитесь, он сразу же достанет дробовик, вас убьет. Ну и, конечно, то, что много этих кафешек, ну, не кафешек, заправок и магазинов одежды возле квартиры Джо, там вот недалеко. Ну, в принципе, все, я тогда еду к Джо, и я ускоряю. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Ты 6 часов простоял под квартирой? Ладно, думаешь, он в Соколе, да? Сокол. Тогда мы едем в Сокол. И что, да, я тогда этот момент опять-таки ускоряю. Вито, ну наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Китаёза его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак, то есть был. Решил поторговать наркотой с китайцем. Не знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Пойду-ка к Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Хотели спросить про Джо, но нам начали лапшать про китайцев. Хорошо, мы едем тогда к Джузеппе. Я, кстати, возьму другую тачку, да. Чё, я буду ездить на одношной. И тогда я опять ускоряю. Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу? Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана фортуна, Вита.
Береги себя. Печаль, тоска. Ладно, тогда мы что, идем спасать жопу Джо? Вот, найдите Джо и спасите его. Кафе Фортуна называется вроде, да? Хорошо, я тогда ускоряю и едем. Вот. Подъехали. Это, кстати, очень похоже, мне так кажется, на первую мафию. Домик. Нет, ну как-то мне он вроде бы немного похоже. Правда, хотя я уже не сильно-то помню, как там первое. О, простите, моя. Неважно, ладно, заходим. Стоять, и может не убью. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить, Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Бармера. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Линчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. И их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Ну не волнуйся, там отличный вид. Черт. Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клёво. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом, и надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего? Не с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка! Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну, я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай помогай, один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Здорово, вообще классно. Мать твою, за ногу! Так, возьмите оружие. Окей, без проблем, возьмем оружие. Тут что, нам надо бы типа стелс, все дела. Ну окей, сейчас попробуем стелсом. Тут можно, как, можно их... Это что за шум? Можно их именно поубивать, а можно их поскидывать с крыши. Поскидывать с крыши... В принципе, хороший вариант. Вот. Убить без шума. Здорово, да. Я вот боялся то, что если я буду их скидывать с крыши, то я тогда не получу оружие. Но нет, вот он как бы оружие выбивает у него с рук. И нормально. Чё джуть? А, его же там сильно побили, его вообще коряжит. Плохо. Ладно, ладно. Так, стоп, стоп, стоп. Все нормалек. Убить без шума, да. Здорово, он так классно улетел. Я не могу посмотреть вниз.
и ближе подойти не могу, там максимум, ладно. От этого, кстати, оружие не было. Почему? Он улетел вместе с оружием. Печаль, тоска. Так, это что, это сыт, что ли? Во, как-то он слишком резко встал. Ну ничего, сейчас он куда-то зайдет, я его скину. А, он просто, наверное, ходит кругами, и поэтому я должен успеть его где-то выцепить. Ага, я понял, хорошо. Тогда, получается, я тут просто не могу его убить, поэтому я должен подождать, пока он подойдет к какому-то краю. Джо, а ты там что делаешь? Ну давай, иди. Нет, ты не будешь идти? Походу да, походу он не будет идти, поэтому... Что за шум? Воу, воу, воу. Да. Я не ожидал, как-то он очень резко вскочил, побежал. Хорошо. Значит, нам надо вниз теперь. Где тут вниз? Надо еще найти лестницу, потому что я уже подзабыл. Вниз, вниз, вниз. Где тут лестница? Ага, вот лестница. Вот сюда, значит, мы идем. Ух ты! Ух ты! Я так не хотел. Я не ждал, я думал, я зайду, там я смогу еще немного походить, спрятаться, и только потом начнется стрельба. Но нет, они тупо сходу начали стрелять. Я вообще не успел сориентироваться. Ага, их там, короче, много. Да, я правильно понимаю? Ага, да, вот раз стоит, и там где-то еще будет. Почему я не могу выглянуть? Я не могу выглянуть с этого угла. Ладно. Вот так, да. Я смотрю на карту, на мини-карту. Что, ты пройти не можешь тут? Ты серьезно? Вот тебе подонок! Ух ты, ух ты, ух ты! Перетрусил салага! Ну же, гэ! Раз, ага, вот там еще где-то, справа один. Где он? Вот он. Нормально. Хорошо, идем дальше. Странные тут просто какие-то эти маневры. Воу, воу, воу. Хорошо, сейчас мы обойдем тогда по-нормальному, по-человечески. Воу, 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 воу. Меня сейчас убьют. Нет, нормально, я успел спрятаться. Это не прикольный пистолет, он мне вообще не нравится, потому что у него всего 6 патронов. И я не могу нормально там расстреляться и так далее. Так, и там еще один. Откуда этот стреляет? О, Джо, выбежал. Резко так ворвался. Хорошо, 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 все, я спрятался. Хорошо, есть. Но как, вот он по мне стреляет, а я по нему типа нет. Почему они как-то так забаганно в текстурах стоят? Сейчас. Мы отхиляемся, потому что ну реально стрёмно. Нормально. Взяли пистолет, хорошо. Хорошо, тут что? Взяли пистолет, хорошо. Все нормально. Так. Про мини-карту. Это на ми... Вперед! Я прикрою. Хорошо. Мини-карта. Нам показывают противники, потому что это средний уровень сложности. На самом сложном уровне сложности нам просто... Единственное отличие, просто на мини-карте не будет противников. Вот и все. Воу, как там много на мини-карте-то стало их. Тихо, что ты шумишь? Нам надо тут быть очень аккуратным, если я хочу это все снять с первого раза пройти. Куда это? Вот. Да. Есть. Иди первый. А Джо знает просто. Джо выкупает эту фишку. Ага, это я так понял, что... Вот это вот его пистолет аж сюда упал. Хорошо, сейчас. Кто это? Это снизу... бегут. Нет, это Джо бежит, да? Ну почему? Вот
Один раз по мне стрельнули, все, он уже... Он уже, короче, подыхает, у него уже сердцебиение. Хорошо, хорошо. Ага, я понял. Так, нет, что, я вообще просто хотел... Да, все нормально. Хорошо, идем тогда еще ниже. Да, тот же бегает за нами так. Мышкой. Мышкой. Так, никого. Нормально. Как тебе это понравится? Воу, кто, где? Давай! Я не понимаю, что происходит. Вита, иди сюда! Тут можно выйти наружу. Где? Где? Ты о чем? А, значит нет. Значит... Давай, крепи сюда, Вита! Я понял, значит этажом выше надо, да? Я слишком... Слишком сильно спустился вниз. Или что, или как? Еще выше? Где, Джо? Где ты? Я, значит, не понял. А, значит, я, наверное, не по той лестнице спустился вообще. Ой, почему все так сложно? Да, значит, тут где-то есть вторая лестница. Надо по второй лестнице спускаться. Потому что там в лестнице тупик. Ну, я же правильно понимаю? Или неправильно? Ну, там просто некуда было идти. И мне Джо говорил, чтоб я и шел за ним. Походу нет. Тоска, печаль. Сложно, непонятно. А, вот, Джо, вот ты где. Где ты был все это время? Вот, все, Джо. Теперь мы идем с тобой вместе. Все, тут надо опять-таки аккуратно, вот эти вот, блин. Так, это мои шаги. Просто я должен еще звуки различать, где я, где... Где Джо? Джо стоит еще, хорошо. Ага, этот убитый. Все здорово. Все здорово. Все здорово. Ну, короче, да, все правильно. Просто меня как-то сбил Джо, то, что он говорит, иди сюда, там можно пройти. Я думал, что я неправильно побежал, что ли. Я не знаю. Но нет, все нормально. Так. А, наверное, он имел в виду... Кстати, журнал Playboy лежит. Наверное... Воу, воу, воу. Так, есть. Два. Да уже двоих нет. Так, стоп, стоп, стоп! Какого хрена? Ладно, да, ну нам хорошо, что нас хоть не очень, не на самое начало откинуло. Это, хотя бы это радует. Но вообще неприятно, потому что я его даже не видел. И он меня даже, по сути, не видел-то. Почему он меня убил? Мы не видели друг друга. Так, тут, по-моему, тоже будет, да, еще один или нет? Как тебе это понравится? Да, 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 да. Как? Что не так? Я тебя прикончу. Все, хорошо. Все, сейчас мы по-нормальному будем делать это. Ну, потому что это... Куда это ты? Что? Боже, и... Ай... Да, начинаем просто пороть, начинаем тупить на ровном месте. Там чувак с дробовиком, я помню. Ага, значит, он не тут, значит, он на следующем.
вот тут. Так тебе это понравится? Давай! Вот так. А теперь его, значит, нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Воу-воу-воу-воу, он еще и загорелся. Тут можно выйти наружу. Куда сюда? Вот опять. А, ну так, да, так, так я видел. Садись. Так, мне надо не умереть. Джота не убьют по-любому, он у нас крутой. И мне надо бы намутить еще, желательно, какой-то автомат. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Я тебя видел, я тебя видел. Все нормально. Все нормально. Где стреляет? Воу-воу-воу-воу. Один патрон, надо перезарядиться. Хорошо. Сейчас перезарядим. Да, все. Давай, высовывайся. Высовывайся, падла. А я по нему не попал. Вот, все. Там еще где-то справа. Ага. Хорошо, сейчас еще этого мы снимем. Блин, этот фонарь, из-за него ничего не видно. У меня, кстати, сейчас камера отключится, поэтому... Давай, давай, давай. О! А, ну я могу тебя убить, но... Да, я убил. Так, у меня сейчас отключится камера, поэтому я ее сам, скажем так, перезагружу. Есть, я ее выключил. Я ее включил, да, значит продолжаем. Ну, камера снимает по 30 минут. Я ничего с этим поделать не могу. Так, есть. Есть. Автомат. Ага, вот там. Давай, ты того, я этого. Есть. И вот тут еще один, значит. Все, мы их убили, наконец-то. Всего лишь 8 раз попробовали. 8 раз умерли. Ну ладно, да, не 8, но все равно было сложно. Так, мы практически... О, у нас появился какой-то новый автомат, но это не Томпсон. Я не знаю, что это, но это не Томпсон. Кстати, вот, по-моему, еще журнальчик Плейбоя. Да. Тогда все, да, мы можем, в принципе, отсюда выходить. Конечно, надо пособирать оружие. Вот винтовка. Винтовки у нас не было. А что, в этом только 50 патронов дополнительных помещается, и все? В этом, типа Томпсоне. О, что это такое? Гранаты. Гранаты, гранаты. Конечно, надо взять гранаты. Я так понимаю, что да, нам, значит, надо идти сюда. На низ, ниже уровня. Нам же надо на самую землю спуститься. Ух ты! Сколько их тут! Хорошо, я понял. Конечно, тогда гранаты нам надо. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас. Где они все? Они где-то вот там вот все. Мне гранатами не нравится, если честно. Как-то так вообще нету экшена, что ли. Ладно, тогда мы берем типа Томпсона и добиваем, кто тут остался. Где? Где? Не видно, ну ладно. Хорошо, хорошо, спускаемся. Ага, я понял. Вот теперь я тебя вижу. Есть. А, вот там еще? Ни хрена себе, как спрятался так.
Как это я тебя должен убить? Ух ты, ух ты. Вот, вот. Должен был поменять позицию, потому что они меня спалили. Так, давай, выглядывай где-то. Вот, выглядывай, выглядывай. А, я не успел. Я не успел. Давай. Есть. Выберитесь из здания. Конечно, сейчас мы выберемся. Посмотрим, что тут еще у нас валяется. Может, еще давай, где-то какой-то сюда, плейбойчик или оружие пособираем. Да, тут ничего. Хорошо, понятно. Тут что с тобой? Патроны для Томпсона. А, я понял, почему их было всего 50. Потому что просто ни у кого больше не было такого оружия. То есть я просто не дособирал сами патроны. Все, хорошо. Идем, значит, вверх. Так, стоп. А вот это вот уже настоящий Томпсон, да. Все, значит, здорово. Тут, я думаю, да, ничего на втором этаже интересного нету. Значит, выходим. Хорошо. Выходим. Вита, они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя к Эль-Грека. Врач нужен. Сколько? У меня еще есть 27 штук, так что все нормально. Я еще на коне. Врач. Ну, для начала мне надо машина, конечно. Я думаю, что это подойдет. Я не знаю, я буду сейчас ускорять или нет. Ну, думаю, Джон будет что-то мне рассказывать, он порассказывает, а тогда я, наверное, ускорю. Если не будет рассказывать уже, то я сразу ускорю. Ничего интересного он не рассказывает, поэтому я нормально ускорю. Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я харкую кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Что? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий, ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно, поправляйся. Я получил долю Джо, то есть у меня сейчас 55 штук, 215 тысяч. Окей, тогда надо нам ехать к Бруно и отдать ему деньги. Снова ж таки, я тогда ускоряю. Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. И на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо.
Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно.